Привет, ребята, опята! Вот совсем уже скоро настанет праздник День Святого Валентина. Я уже снимала видео на эту тему, но если ты его еще не смотрел, то... Ссылка появилась у тебя на экране. Так вот, это видео будет полезно всем тем, кто еще до сих пор не знает, что же подарить своей половинке на 14 февраля. Но вариант с открыткой сразу пропадает, потому что ты ее уже дарил в том году. Поэтому в этом видео я тебе расскажу и покажу, как же бюджетно отпраздновать этот праздник. Погнали! И начнем мы, пожалуй, с самой распространенной вещи 14 февраля – валентинки. Но чтобы вложить в нее все свое сердце и душу, то мы ее будем делать своими руками. Но дарить мы будем не простой кусок картона в форме сердца, а необычную модную валентинку. И для начала мы сделаем заготовку в форме сердца. Отлично! Ну а теперь мы раскрасим одну сторону в красный цвет. Но я просто дома красный картон не нашла. Фломастер у нас неожиданно закончился, но мы нашли карандаш. А теперь мы украсим нашу валентинку. Оп! Ну и кто тут Walmart, а кто Шанель? Вот мы уже на финишной прямой, осталось нам написать наше пожелание. Готово! А какое 14 февраля без сладких подарков? Ну а как же сделать, чтобы было бюджетно и при этом ваша вторая половинка была счастлива? Для этого возьмите мажористую коробку из-под конфет и вуаля! Ваш подарок готов! Главное, сразу не полите, чтобы вас не раскусили. Но в этот праздник никак нельзя забывать про цветы. Но покупать розу за 400 рублей нам невыгодно. А этот вариант то, что нам нужно. И это 14 февраля ваша половинка долго будет еще вспоминать. Но если тебе понравился этот видос, то можешь поставить свой лайк и подписаться на мой канал. Но если ты уже подписан, то не забудь нажать на колокольчик. Но если тебе мало моих видосов, то ты можешь приходить на мой стрим, который проходит каждую субботу в 5:30 по МСК. Скоро увидимся. Пока!